Всем привет! Сегодня хочу вам рассказать про новый свой принтер. Это принтер от компании Anycubic, называется Photon Zero. Это у нас фотополимерный принтер. Фотополимерный, потому что здесь у нас стоит ЖК-дисплей, который засвечивает э, материал, а именно жидкость. Именно фотополимерную жидкость я взял такую же от компании Anycubic, в общем-то литр. Единственное, нельзя выбрать цвет, из-за этого у меня цвет скин, то есть кожи. Немножко не очень клевый цвет, литр, меньше почему-то я не нашел. И волна, которая засвечивает его 405 нанометров. Чем же клевые фотополимерные принтеры? Давайте расскажу. Сюда мы наливаем, во-первых, жидкость вот эту. Как вы видите, здесь у меня есть уже повреждение. Я нечаянно уронил вот эту подставку. И она у нас у меня не только пробила, получается, вот этот пленку, но еще и бахнуло в экран, так что, скорее всего, наверное, экран еще и под замену сейчас пойдет у меня. Вот, но я успел немножко попечатать им. И а зачем у нас, во-первых, вот эта штука здесь находится? Это у нас площадка, на которую крепится та деталь, которую мы будем печатать. То есть не как обычные наши принтеры все, да, печатают а, снизу вверх, да, здесь идет печать обратную. То есть она крепится деталька к вот этой площадке и э, площадка начинает снизу подниматься вверх. То есть э, печать происходит на каком-то на на там расстоянии от экрана до самой площадки. В чем же клевость? Клевость в том, что данная печать очень точная, то есть вы можете делать реально очень клевые точные детали. Эта печать очень популярна у людей, которые занимаются какими-то мелкими копийными фигурками. Но э, данные полимерные всякие жидкости, они очень-очень-очень э, очень очень воздейств... ну, подвержены воздействию ультрафиолету, так что используется вот такой вот короб. Э, он у нас не пропускает ультрафиолет, чем помогает не попортить вашу детальку. Если этот фотополимер просто вылить куда-нибудь на улицу, то он затвердеет и будет в виде такого пластика. В качестве примера я выбрал такую модельку. Это у нас скелет от Лего. И как мы видим, вот он у нас вот такой вот получился. Сейчас с фокусом, если разберемся, попробую даже поближе приблизить. Он немного еще не застыл, потому что нужно выставлять его куда-то на ультрафиолетовую ванночку, да? Оп. Нога отвалилась. Вот. Либо покупать ультрафиолетовые отвердители, вернее лампы, да, чтобы отвержать эту данную штуку. Вот, у меня их нету. Это у нас голова скелета от Лего увеличенная в два раза. Она уже более-менее затвердела, так что с помощью нее, наверное, сейчас посмотрим, насколько хорошо пропечаталось все. Вот так выглядит напечатанная деталь. Придется ее держать в руках, потому что ну, не получается настроить нормальный фокус. И, как вы видите, слои, ну их Видно, но сейчас такое приближение здесь на камере, что мне кажется, это простительно. Вот, то есть и качество печати, смотрите, все просто внутри, даже все вы... сделано идеально. То есть у вас так не получится напечатать, например, на простом принтере, да? Это именно удел фотополимерного принтера. И есть, вот видите, разводы, есть на лбу, да, то есть эти слои. Но чтобы их заметить, я не знаю, но это надо реально с лупой сидеть. И сейчас давайте посмотрим, это голова в два раза увеличенного скелетика Лего. Сейчас давайте смотреть, что же э, с размером один к одному. Ну, есть, да, подтеки. То, что подтеки есть, это просто я плохо удалил фотополимерный вот этот жижу эту. Да, все в, в волосиках, в пыли, потому что для того, чтобы это все убирать, это прям очень-очень надо заморачиваться. И в домашних условиях, ну не знаю, мне очень сложно это было делать. Во-первых, нужно запастись терпением. Но смотрите, мне кажется, довольно-таки круто. То есть сделать, например, вот такую ручку маленькую на простом 3D принтере у вас не получится. Для этого реально нужен обязательно вот такой вот. И смотрите его голова. Чтобы наглядно показать вам разницу между печатью SLA принтера и простого 3D принтера, сейчас мы это все увеличим. То есть, чтобы вы понимали, вот эти серые детали это простой 3d принтер а вот эти такие телесные это у нас sla принтер и не кубик. сейчас приблизим и посмотрим детализацию итак выглядит вот болт который напечатан на простом 3d принтере видны слои вот давайте посмотрим ракету Вот так вот у нас выглядит ракета. Можно заметить, что есть недостатки. Скелетик увеличенный в два раза, офигенная детализация, Это, смотрите, видно. Нос, глаза, э, рот, то есть вот руки вот здесь также попытался сделать подвижную ногу, когда одевал на вот эту штуку, она у меня отломалась. Видно слои, но вы должны учитывать, что это очень-очень большое приближение. И также на спине у нас есть вот такие пупырышки в виде поддержек. Их можно все-таки убрать и можно убрать даже простыми методами, например, наждачной бумагой или еще чем-нибудь таким напильником спокойно можно убрать. Ноги здесь шевелятся, но это надо было все делать, одевать до того, как вы поместите пластик в сушку. Потому что видите, здесь я одевал после сушки и сама рука треснула. Также при трении пластик стирается. Ну и давайте теперь сейчас вам покажу кораблик. Все же любят кораблик Бенчи. Здесь я взял немного другой кораблик. Это у нас. Даже не помню, как он называется. Он у нас, вот этот уже кораблик уменьшен в два раза. То есть на 50% я его уменьшил. Видно, что есть недостатки. В виде, например, вот здесь поплыл немножко материал. И э, есть проблема, что каждый материал отмывается своим каким-то растворителем, спиртом. Вот мой материал отмывается спиртом, это надо из пропанол или этиловый спирт найти. Я его не нашел, к сожалению. Из-за этого вот такой вот, видите, наплывы такие есть, как будто влажная поверхность. Это вот, получается не получилось у меня чисто отмыть поверхность печатаемой детали. Вот. Но качество офигенно. Теперь данный кораблик, но уменьшенный до 10, то есть 10 раз уменьшенный. То есть, смотрите, простой 3D принтер не смог бы даже напечатать такую детальку. Вот. Здесь тоже есть косяки и, скорее всего, они все связаны с тем, что я не смог нормально отмыть. Как вы видите, здесь все глянцевое, потому что потому что не смог нормально отмыть. Надо найти где-то этиловый спирт. И тогда будет намного лучше. Похожий кораблик Бенча, только единственная у него новогодняя такая тематика. Здесь у него елочка, здесь у него дымок идет. Ну и качество можете оценить, я думаю, сами. То есть такую детальку маленькую напечатать очень-очень сложно. Кому же подойдет такой принтер? Мне кажется, если вы занимаетесь какими-то моделями, да, маленьких, например, корабликов, человечков, занимай... вам нравятся, например, герои каких-нибудь компьютерных игр, то данный принтер вам очень-очень даже понравится. Вы сможете сделать очень копийную модель, разукрасить ее и поставить себе на полку и быть довольным данным, данным процессом. Что касается печатание каких-то вот таких вот больших деталей, то на этом принтере скорее всего нету смысла печатать их в таком размере, потому что это очень большой расход материала, материал все-таки не дешевый. Есть вот такие простые принтеры 3D, да, которые печатают филаментом, берете вот эту леску, вставляете в принтер и вот он вам выдает вот такую деталь. Такая деталь будет печататься намного быстрее, тем более вот такая деталь, она будет печататься быстрее на простом 3D принтере, чем вы будете печатать что-то вот такое маленькое, либо вот такое, да. То есть 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 большой большой нюанс, то есть если вы на уникубике, например, полагаете деталь вот так вот лежа, то она будет печататься очень быстро. Если вы Ту же деталь расположите вот так вот вертикально, то она будет очень долго печататься. Потому что здесь э, время зависит от того, сколько слоев вам придется положить. То есть, вот так слоев придется положить намного больше, чем вот таким образом. И следовательно, время печати будет увеличено. Что касается простых принтеров, что вот так вот он печатает одно и то же время, что вот так вот. Но э, здесь, как вы видите, точность. Ну, в общем-то, не конек этих принтеров, и вам придется выбирать. Конечно, в идеале иметь два принтера и, в общем-то, использовать их по необходимости. То есть, когда вам надо какую-то большую деталь, вы берете, печатаете на простом принтере, когда вам надо маленькая, копийная и очень точная деталь, то печатаете на вот таком SLA принтере. Я доволен результатом. Единственное, надо найти этанол, либо спирт, можно медицинский использовать, но медицинский спирт продается в таких 50 или 100 граммовых миллилитровых баночках и стоит он где-то под 100 рублей за 100 миллилитров, то есть надо где-то пол-литра-литр, то есть это очень дорого. Так что надо найти этанол, этиловый спирт, либо там еще есть какие-то спирта, которые... с которыми... которыми можно обрабатывать данный пластик, данный материал и как... каким растворителем да, или спиртом вам нужно будет обрабатывать, очищать деталь. это все написано у производителя. То есть открываем страницу с производителя. Вот не Кубика написано, что можно использовать любой спирт. То есть можно даже медицинский питьевой спирт использовать, то это будет еще дороже. Ссылочка на принтер будет снизу. С вас жду лайки, пишите, что вы думаете. Всем пока.